Лунно-белый, 2. Поворачиваем. Лунно-белый, 2 по маршруту. Дорогие друзья, мы на станции Выхино. Утренний час пик. На улице идет небольшой дождь. Станция, платформа справа. Правые двери. Двери открыты. Угу, спасибо. Очень быстро все делаем. Интервал зеленый. Хорошо. 23:15. Станция Рязанский проспект. Выход к железнодорожному. Так, держит двери у нас. Двери закрыты, зеленый вперед. Внимательно смотрим. Хорошо, по интервалу 23:15 нормально. Очень быстро все надо делать, потому что каждая секунда на счету. Левые. Все в порядке. Так, так как у нас дождь, будем прогревать колодки тормозные. Есть специальная кнопка, чтобы влагу убрать с поверхности катания колеса и тормозных колодок поверхности. Желтый-зеленый. Покажи, вот состав впереди стоит на станции. Догнали мы его, сейчас будем... А, все, отправился. Хорошо, замечательно. То есть идем в порядке. Желтый-зеленым. Зеленый. Интервал минимальный на линии. Минут 35. Станция, платформа слева. Рязанский проспект. Открытый зеленый. 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 Так, следуем до станции Выхино. Двери закрыты, зеленый, вперед. Меня. Хорошо. Правые двери. Дорогие друзья, вы многие пишете мне в комментарии, пишете, что я часто даю указания оператору, куда снимать. Дело в том, что у меня часто меняются операторы, то один, то другой. Вот человек пришел с учебного центра, мы сегодня с ним, он первый раз в руки телефон взял, можно сказать. Поэтому приходится говорить, вы уж не обижайтесь, вот, чтобы вам было больше видно. Выезжаем. Ну, смотрите, дождик уже почти закончился, рассеялся. Замечательно. Так, до станции Выхино, замечательно, все хорошо. Так, зеленый. Ноль. Немножко погреем. Какой-то человек близко подходит. Когда поезд подъезжает, вообще не надо близко подходить. Даже когда он и не подъезжает. Станция Выхино, платформа справа. Станция Выхино, платформа справа. Выход к железнодорожной платформе Выхино. Конечная. Поезд дальше не идет. Пожалуйста, 36, выйдите 55. Из вагона. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Правые двери. Запрещено находиться в поезде, который следует... Двери открыты. За так это меня. Предусмотрена административная ответственность. Согласно законодательству Российской Федерации. Красный. Угу. Пожалуйста.
Лунно-белый 3. Двери закрыты, лунно-белый 3 вперед. Очень внимательным нужно быть, очень. Время ограничено, но столько всех различных манипуляций надо сделать, все заметить. Поэтому полная концентрация внимания, полная. Заезжаем на станционный путь, передаем управление выводящему маневровому. Опа, все, передали. Так, следующий мы поезд. Дождались, заходим. Сообщайте машинисту. Пассажирам запрещено находиться в поезде, который следует в тупик. За это предусмотрена административная ответственность. Согласно законодательству России. Закрывай на замок. Угу. Со второго пути поезд отправляется. Вон, покажи. Вон он. И нам сейчас светофор уже откроется. Вон на белый 2. Быстренько. Частота 40. Удержание, двери закрыты. Вперед. Поехали. По маршруту желто-зеленым. Станция платформа справа за Т. Двери закрыты, зеленый вперед. Замечательно. Почему работа машиниста является одной из самых напряженных вообще из всех профессий, которые есть? Вот объясняю простыми словами, самыми простыми. Потому что всю смену от начала до конца, вот как машинист заступил на смену, начал работать. И до самого конца машинист находится на работе и работает. То есть возьмем любую другую профессию, там врача, пожарного, полицейского, пилота самолета. У них есть моменты, где они могут там просто вот сесть там, откинуться на спинку стула, да, своего и о чем-то своем подумать. У машиниста такого не бывает. Он всю смену от начала до конца в полной сосредоточенности работает. Мне кажется, это единственная профессия вообще в мире. Машинист метрополитена именно. Где нужно всю смену от начала до конца быть максимально сосредоточенным. Максимально. Вот такая вот особенность. Платформа слева. Станция Мариинская. Выход железнодорожной платформы Вишники.
Хорошо, замечательно. Левые двери. Выходим. Здорово. Все, выключай.